Тысячи туристов эвакуированы в Таиланде. На острова надвигается шторм. Людей отвезли на материк. Там создали десятки пунктов временного размещения. Метеорологи опасаются, что ураган может перерасти в настоящий тайфун. С лаосского его название переводится как «громадный сом». Непогода затронет популярные места отдыха россиян. Пхукет, Краби, Самуи и не только. Более 2500 сотрудников буровых платформ также перевезли на материковую часть. Значительно снижена нефть и газодобыча в стране. Ураган должен начаться уже сегодня, но власти предупредили о нем в самом начале недели. Все эти дни штормило, купаться в море запрещено. Во вторник в Таиланде погиб наш соотечественник. Он пытался спасти дочь, которая пошла заниматься серфингом, несмотря на запрет заходить в воду. Мужчину накрыло волнами, он не смог выбраться из воды. Девушке удалось спастись.